Это осетровая комната, не рыбоводство. Здесь в основном выращивают около 400 самок осетров. В течение всего года берем у них икру и выводим личинки. В этом году впервые проделали такую работу. Этот 7-8-килограммовый осетр достигает половой зрелости в 7-8 лет. Чавок. Зал с установками замкнутого водоснабжения состоит из 7 бассейнов, в которых выращивают теплолюбивых рыб африканского сома и тиляпию. Здесь вода в холодное время автоматически нагревается до плюс 25-28 градусов Цельсия. Воду фильтруют, обогащают кислородом и снова заливают бассейн. В этом году взяли черную икру от сетра и получили из нее личинки. Личинка чхарди, бюль бренчматта шунагавол. Это аквариумный комплекс. В основном выращиваем декоративных рыб. Это 2-3-месячные африканские сомы. Содержатся рыбки рюкин и их личинки. Рыба кормим артемией, даем микробиотики и витамины. Эксперимент очень плохо я посмотрю.